Всем привет, дорогие зрители. Нашел в Махмутларе трехкомнатную квартиру. Я уже здесь продавал одну квартиру. 58 тысяч евро была цена. 2 плюс 1. Короче, трехкомнатная на пятом этаже проекта. Мы получали кредит на эту квартиру по ипотеке. Просто банк не выдал ту сумму и пришлось отменить сделку. Сейчас снова эта квартира на пятом этаже, которая открыта на продажу. Цена трехкомнатной квартиры 115 квадратных метров, просторная, два основных узла и очень большой просторный балкон, стоит 61 тысяч евро. Нижний этаж продался за 58 тысяч евро. Так что, дорогие зрители, сразу сказал цену. Срочная продажа, тоже скажу так. Бассейн такой, открытый, просторный. Там у нас топчан и просторный сад, как бы. Присутствует здесь сауна. Вот такое здание. Сдано в 2015 году. Вот такие просторные балконы. Сами увидите. Квартира продается пустой. Подходит под кредит. Сдали мы где-то, выходит 500 тысяч лир. Дают в банке 25 тысяч евро. Максимум могут дать 27 тысяч евро. Обращайтесь, если что. Но кредит я больше не хочу влезать. Потому что процесс долгий на данный момент. Так как квартира продается срочно, наличные на оплату будет покупатель. Здесь у нас лобби. Так, присутствует два лифта. Один тут, один тут. Спросил жильцов о всем. Сауны не работают, понятно, из-за пандемии. Вот такой здесь санузел. Вот такая сауна. Смотрит на бассейн, не пользуется из-за пандемии. Айдат тут 180 лир. Здесь у нас фитнес кое-какой, но тоже не функционирует. То есть вы покупаете за эту цену квартиру, если даже сауна, фитнес не будет работать. Бассейн главное, что функционирует. Поднимемся на пятый этаж. Вот такой тут лифт, одинаково два лифта. Прибыли мы на этаж. На этаже у нас 4 квартиры. Вот такая лестничная площадка с двух сторон и с этой стороны. Наша квартира. Вот такая тут просторная прихожая. Электричество все доделают, так как красили везде. Они вытащили споты. В санузлах теплые полы. Вот такой санузел. Крышечку закроем. Ну, грязно, понятно, что открывали воду и загрязнили. Здесь такая спальня. Здесь, если память не ошибает, клиентка отмеряла все. 11-12 квадратных метров между ними спальня. Здесь такой санузел. Здесь выход на просторный балкон. Расстояние до моря, максимум до воды 400 метров. Рядом присутствует маркет, рестораны, магазин хозтоваров и тому подобное. Вот это здесь просторная спальня такая, где-то 12 квадратных метров. Высота потолков 280 сантиметров. И гостиная такая, совмещенная с кухней. Требуется ремонт, где-то 200 евро. Но хозяин сдаст его как надо. Все доделает, все проблемы отделает. Здесь даже в шторах есть немножко проблемы в рольставнях. И все. Такой выход на балкон просторный здесь. Можно застеклить. Вот, соседи застеклили. Одинаковым цветом. Можете застеклить, и у вас будет огромная квартирка. Вот такой просторный балкон.
Вот такой вид на соседнее здание. Здесь у нас вот такой бассейн. Зонтики, шезлонги, все присутствует. Хочу подвести итог этой квартиры. Проект был сдан в 2015-2016 году. Квартира находится на 5-м этаже. Расстояние, думали, 400 метров до воды. Место расположения – район Махмутлар. Так, цена этой квартиры – 61 тысяч евро. Айдар тут 180 лир. Квадратные метры – 115 брутто. Жилая площадь где-то 100. С балконом 200. С вами был мистер Агаси из солнечного Алания, район Махмутлар. Всем пока-пока.